Третий день финалов позади, и наш чемпионат очень близок к завершению. Вчерашний день принес несколько очень неожиданных результатов. Россия проиграла Германии, Польша — Вьетнаму. К началу дня 6 команд со всех уголков планеты по-прежнему были в игре. В первом матче дня лицом к лицу сошлись США и Корея. Американцам с самого начала удалось захватить преимущество. Они выиграли 2 боя, но потом накосячили. Корея отыграла 1 карту, но не смогла переломить ход матча. 3-1 – победа Америки. Во втором четвертьфинале сошлись Украина и Япония. Потомки самураев сражались храбро, но после вчерашнего поражения россиян у Украины не было права на ошибку. 3 выигранные карты, сдобренные хорошей порцией ничьих, открыли Дигнитас дорогу в полуфинал. После небольшого перерыва на тропу войны вышли Вьетнам и Германия. Вуса лихо выиграла первый бой, но Вьетнам не собирался сдаваться. Азиаты отлично отыграли Энск, сбили захват в последний момент и сравняли счет. Однако немцы доказали, что вчерашняя победа не была случайностью. 2 уверенные победы, одна за другой, обеспечили Германии место в финале. 3-1. Посмотреть последний матч дня пришла целая толпа зрителей. Дигнитас против Фалкрум. Последняя надежда СНГ против победителей американского регулярного сезона. Бой получился странным. Первые 2 карты Украина забрала, почти не встретив сопротивления. В групповом этапе США играли гораздо сильнее. В третьей схватке они, наконец, воспряли, и бой вышел очень напряженным. 2 сильно побитых танка остались 1-1, и все шло к ничьей. Но за 5 секунд до конца Слайд добил вражеский танк и подарил своей команде путевку в финал. Главный бой турнира – Украина против Германии – состоится завтра в 7 утра по Москве. Не пропустите прямую трансляцию!